Мансурка любит помидорки. Мансур, куда ты пошел-то с помидоркой? В кормушку. Ты к себе в домик. Занят, потому что у него тут такие виноград. Вот сочные штуки. Что-то я ласку не вижу здесь, даже следов. Ходила у него ласка маленькая. Сейчас он виноград доест и к орехам. Все твои орехи. Сначала. Что там за орехи, Мансур? Она с медом пахнет орехи. Все твое, да? Естественно. Все гостинцы, все. Подарки от Надежды Павловны для Мансура. Ой. Финики, хурма, шиповник, смесь, изюм. Орехов и семечек. Много-много. 30 килограмм. А вот это шар, который приехал из Соединенных Штатов. Их два приехало шара. Пока мы сумели довезти один, в машине просто места больше не было. И вот сегодня мы его Мансуру повесим. Подарок из Соединенных Штатов. От друзей летчиков. Такая звезда международного класса. Да. Ну, Брэд давно помогает. Он пилот, и у него несколько маленьких самолетов и на большой авиации летает. Причем у него сейчас биплан Ричарда Баха. Тот самый оригинальный. Да, он его восстанавливает. Который, на котором через все штаты. Я знаю. А что там внутри? Ну это же все самое интересное. Ох, игрушка у тебя новая. Новая игрушка. Мансур, оставь дырочку. Вот, да, вот так тренируйся. Это специально для зверей, я так понимаю, эти шары. Для зоопарков. Мы здесь в России не нашли. Поэтому только в Штатах. Мансур, нам крутить надо, а ты все руки. Ой. Что такое? И кто там? Чу-чу-чу-чу-чу. Смотри, какая штука у меня есть. Ходишь по бревнышку. Ходишь. Вот сейчас мы этот шар постараемся подвесить. Ну или как-то закрепить. Мансур, оставь лестницу в покое. Оставь лестницу, кому где говорят. Мансур!
Мансур, оставь мой сапог. Оставь меня в покое. Оставь. Слезь. Слезь с лестницы. Я тебе кому говорю слезь? Мне надо повесить. Куда ты полез? Ну куда ты полез ко мне? Да? Ты решил подо мной веточку сломать? Шар, мы кому будем вешать? А? Не, нормально, я стою на ветке. Ну давай я на лестницу встану, на которой ты стоишь тоже. Не надо под меня лестницу выдергивать. Мансур! Мансур! Просёнок. Погуляй пока, дай мне закрепить тебе шарик. Нет, решил опять сюда залезть. Не, ну вы посмотрите. Мансур, нас с тобой двоих эта лестница не выдержит. Вот куда ты лезешь? Куда ты лезешь? А? Ты решил ее поднять теперь, да? Зачем ты ее поднимаешь? Да не нужно ее ближе к стволу ставить. Мне неудобно. Мансур, хорош ломать. Мансур! 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 А ну оставь в покое лесенку! Оставь в покое лесенку! Я ведь сейчас свалюсь отсюда! Не успел отойти, Мансур уже с лесенкой упражняется. Любит он лестницы. Стремянки аэродромные. Любишь ты стремянки? Пойдем ее отнесем, Мансур. Пойдем. Да не по ней пойдем, а отнесем ее. Вот такую кашу. Сегодня у Мансура будет рисовая каша с изюмом, сухофруктами. Да, Мансур? Да, да, да. Сейчас тебе дам. Ты сам к себе затаскиваешь, да? Сам. Кашу, вечернюю кашу. Тихо, 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 тихо. О, давай, затягивай. Молодец. Вот так Мансур обожает кашу. Давай. Проголодался, проголодался, малыш. Со шкварочками рисовой каши.